Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, мастеров с писанием по книге «Великие музеи мира». Питер Пауль Рубенс. Портрет Елены Фаурмен с двумя детьми. Около 1636 года. Дерево масла 113 на 82. Яркий представитель искусства барокко во фламандской живописи, Питер Пауль Рубенс прославился как мифологическими и религиозными картинами, так и портретами. На портрете Елены Фаурмен с двумя детьми изображена вторая жена художника, ставшая его последней любовью и приходившаяся родной племяннице его первой супруги. На момент бракосочетания Рубенсу было 53 года, а Елене всего 16. Изображение молодой жены и детей, дочери Клер Жанны и сына Франсуа, дышит безмятежным счастьем материнства, и мать, и дети полны естественной непринужденности. Работа осталась неоконченной. По всей видимости, мастер начал писать руки третьего ребенка над сиденьем стула, Елены, но по какой-то причине не завершил задуманного. Ну вот такое описание к работе портрета Елены Фаурмен с двумя детьми, Питер Пауль Рубенс, около 1636 года, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.